Помогли после репортажа. Инвалиду-колясочнику Магомед Шафи Гаджиеву установили пандус. Много лет в его дворе не было никаких приспособлений для людей с ограниченными возможностями. В сентябре мужчина стал героем специального репортажа нашего телеканала. Он был посвящен отсутствию в городе доступной среды для инвалидов. В частности, Магомед Шафи для выхода из дома требовалась помощь как минимум двух человек. После репортажа на его проблему обратили внимание местные власти. Никогда не было. Я сколько здесь живу, всю жизнь, можно сказать, с детства. Но мне помог депутат городского собрания, он мне установил пандус, за что я ему огромное баркала.